Дорогой? Да? Все готово. Иди, мои руки, сейчас будем ужинать. Я открою. Валить надо, ты что делаешь? Давай! Что с делом Шелтонов? Только распространение. Но ведь там ребенка убили, Нейт. Лучше что-то, чем ничего. Сам скажешь ее мужу? Я не понимаю. Благодаря показаниям Дарби, Энджел получит вышку. Что? Присяжные поверят мне? Сделка утверждена, простите. Так устроена система правосудия. Человек, потерявший все, готов пойти на крайние меры. Безболезненная смертная казнь превратилась в кошмарную сцену из фильма ужасов. Оборудование перенастроили. Кто мог это сделать? Твоего дружка Эймса я убил в тюрьме, а тебя самого приберег для личной встречи. Сердце колотится. У меня тоже. Вы убили Кларенса Дарби. Сначала он убил мою жену и ребенка. Значит, допрос окончен. Адвокат, советую отменить обед с судьей Робертсом в 12:30. Алло? Вы и те, кто вам помогает, ответите за это. Вы любите заключать сделки с убийцами. Я предлагаю вам свою. Отпустите меня. Или что? Или я убью всех. Этой осенью. Вы упрятали его за решетку, но он все равно убивает. Я обнаружила несколько выплат по контрактам от Министерства обороны. С кем мы имеем дело? Он шпион? Есть обычный шпион, а Клайд был мозгом. Лучшим из лучших. Если он решил вас убить, вы умрете. Объявить в городе чрезвычайное положение. Блокпосты на всех перекрестках. Он сидит в тюрьме, потому что хочет там быть. Джейми Фокс и Джерард Батлер. Я обрушу всю систему вам на голову. И это войдет в историю. Законопослушный гражданин. Ваших рук дело. Это была разминка.